Владимир Высоцкий. Так случилось, мужчины ушли. Так случилось, мужчины ушли, побросали посевы до срока. Вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли, вытекая из колоса зерна. Эти слезы несжатых полей и холодные ветры проворно потекли щелей. Мы вас ждем, торопите коней. Добрый час, пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. Возвращайтесь скорей, ибо плачут о вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Мы высокие живем в тюрьмах, входа нет никому в эти здания. Одиночество и ожидания вместо вас поселились в домах. Потеряла и свежесть, и прелесть белизна ненадетых рубах. Да и старые песни приелись и навязли в зубах. Мы вас ждем, торопите коней. Добрый час. Холодные ветры не бьют, ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорее, и вы плачут о вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Все единою болью горит, и звучит с каждым днем непрестанней вековечный надрыв причитаний отголоском старинных молитв. Мы воспетим и пеших, и конных, утомленных, нецелых, любых, лишь бы не пустота похороны, не предчувствие их. Мы вас ждем, торопите коней. Добрый час, пусть холодные ветры не бьют, ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорее, ибо плачут о вас. И без ваших улыбок бледнеет.